Или вырезать, приклеить дальше, или вырезать. Да нет, вот она хорошо в листе. Вырезать не надо. А что, не любишь? Немножко где-то в этом фонтане заведешь. Нет, даже можно фломастером посадить. Да. Можно посмотреть? Может быть, либо основание сделать этому фонтану. Вот здесь вот уже дорисовать. Додумать. Оттиск — это как отправная точка, а там вы уже фантазируете свое удовольствие. Вот эти вот штучки, ты их вот так вот сделала, да, чтобы было видно, что это рамка. Видели по этой штучке, видите, по тому, как по брызги эти. А можно как крылышко бабочки тоже. Бабочка потеряла крылышко. Давай здесь еще сделаем узор. Вот сюда, видите. Может, тут вот, вот, видишь, светлые моменты подчеркнуть тоже. Ты лучше пером делай. О, красиво. Ага. Пером лучше делай. Нежное что-то. Здесь идет вот такая вот фактура. Вот ты начала по этой делать. Вот, смотри. Вот, ты просто наблюдаешь. У тебя здесь аккуратно, видишь, как вышло. А теперь вот такие вот пазы какие-то. Вот ты сделай. Вот, а отсюда тоже так же можешь. Здесь вот, видишь, цвет меняется. Вот он, цвет меняется. По-моему, это прям старый.